стоит снеги какие тяжело возомо. Прямо на дороге. Он в лесу там. Давайте отходите, лошадки. Вон, прикольно, да? Заехали в село Табары. Поселок Перун Табары. Налево, налево. Тут налево, да. Вон, школы, садики. Наша зовет на озеро. Надеюсь, мы его найдем. Вот тут даже гонки. Гонки. Вот какой маленький малышка. Вот продолжение. Значит, устройство зимней удочки. Приехали на рыбалку. На озеро. Сейчас будем испытывать нашу удочку, которую мы с вами делали не так давно, буквально вчера. Так, делаем кивок сбоку, прицепляем, все, и поехали. Сейчас насадим малиночку. Таким вот образом. Ну, кто как насаживает, я так насаживаю. Ну и пробуем рыбачить. Стоять. Одно. Только ждать поклевку остается. Надеюсь, нас долго не заставит ждать. Можно вот так вот проверить, ну, и поднимаем плавненько, медленно. Пошли. Ставили на стоячку. Выше и опускаем, повыше и опускаем, или плавнее вам качать. Ну, так как только сели, наверное, нашумели, рыба отошла, скорее всего, и опять поставили. Ну, одна удочка у нас заряжена, бум. Доставать вторую, значит. Все потом сниму, все покажу. Пока отключусь. Вот на такое озеро мы приехали. Конца и края реально не видно.
Подключил. Прикольно. Минут, не знаю, 15.
хочет на камеру клевать. Такая сорожка. Сучка, если его только что поймал.
Вот на такое озеро мы приехали. Реально. Приехали на озеро, называется Дикое, Табуринский район. Очень большое, огромное просто. По своим размерам. Просто огромное. Вот выезжаем с озера. Надо было заснять его, конечно, в конце. Но вот через лес дорога. Зимник называется. Красота, конечно, неописуемая. Прям тайга, тайга. Едем. Там, да, огромная, блин, вообще здоровая. О, какая. Ребята, да.